Красноярский край идет потепление уже завтра днем. В Красноярске обещают до -22, пойдет небольшой снег. В четверг станет на градус теплее, -21, осадки прекратятся. В пятницу днем температура поднимется до 14 градусов ниже нуля, а еще теплее станет в субботу, всего -9. Правда, смог и туман, собравшийся над Красноярском, рассеются только в воскресенье. В этот день воздух прогреется до -7 градусов и подует ветер. Резко изменится погода в воскресенье и в понедельник. Тогда в дневные часы повсеместно и по центральной и по южной группе районов температура воздуха будет колебаться от -5 до -10 градусов. Тогда уже пойдет снег, возможно, умеренный снег. И ожидаем усиления северо-западного ветра до 4-9 метров в секунду. Ночные же часы также будет довольно тепло,